исчезости очи мои, отъезжу уповайте мне на Бога моего. Псалом 68:4. Когда взыщем бегство от мира, тогда ничто столько не отделяет нас от него, не умерщвляет в нас страстей и не оживотворяет нас для духовного, как плач и сердечное с рассуждением болезнования. Но также ничто не делает нас только сообщниками мира и не удаляет столько от сокровищ премудрости и познания тайн Божиих, как смехотворство и привольности в обращении, парении мыслей. И это есть дело блудного беса. Умоляю же тебя любовью остерегаться злобы врага, чтобы тебя буесловием не устыдить в душе своей горячности любви ко Христу, ради тебя вкусившему желчь на древе крестном, и чтобы враг вместо сладостного того упражнения и дерзновения перед Богом не стал во время бодрствования твоего наполнять душу твоей многими мечтами, а во время сна твоего пленять ее нелепыми грезами, зловония которых не терпят ангелы. Понуждай себя подражать смирению Христову, чтобы возгорелся скорее огонь, им тебе вложенный, которым искореняются все движения мира, убивающие нового человека и оскверняющие дворы святого и всемогущего Господа. Ибо осмеливаясь сказать со святым Павлом, что мы — храм Божий. Поэтому, как чист сам Бог, очистим храм Его, чтобы Он возжелал вселиться в нем. И как сам Он свят, осветим и храм Его, украсим его всякими добрыми и честными делами, облагоухаем его благоуханием покоя воли Божией чистою и сердечной молитвою. Тогда облако славы Его приосенит душу, и свет величия Его воссияет внутри сердца. Человек многопопечительный не может быть безмолвным, потому что множество дел расточает его тишину и безмолвие, хотя бы и не хотел. Иноку должно поставить себя перед лицем Божиим и всегда возводить око свое к Богу, если он истинно хочет охранять ум свой, отклонять вкрадывающиеся в него чуждые движения и в тишине помышлений различать входящее и исходящее. Без освобождения от забот не ищи света в душе своей, ни тишины и безмолвия, ни при распущенности чувств твоих. Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. После же труда молитвенного возложения на ум нового попечения производит расточение мыслей. Слезы, ударение себя в грудь во время молитвы и пламенное усердие к продолжению молитвы пробуждает в сердце горячность сладости слез, и сердце с похвальной восторженностью воспаряет к Богу, взывая: «Возжада душа моя к тебе, Богу крепкому и живому, когда приду и явлюсь лицу твоему». Псалом 41:3. Кто пил от вина этого и потом лишился того, тот один знает, в каком жалком состоянии оставлен он, и что отнято у него по причине расслабления его. 224. Второй том «Добротолюбие», страница 730, святого Исаака Сириана, «Подвижнические наставления». Как вредно для живущих на безмолвии встреча с людьми и беседа с ними. Как сильный град, внезапно не спадший на древесные плоды, обивает их и уничтожает, так свидания с людьми, хотя бы кратковременные, обивают цветы добродетелей, только что расцветшие и роскошно увенчавшие собой стебель души, насажденной при исходящих вод покаяния. Как сильный иней, покрыв собой едва изникшую из земли зелень, пожигает ее, так и свидание с людьми пожигает корень ума, начавший производить из себя злак добродетелей. Как человек благородный и почтенный, когда упьется, забывает свое благородство и подвергается осмеянию за чуждые помыслы, входящие от вина, так и целомудрие души возмущается лицезрением людей, беседуя с ними. Человек забывает свою осторожность. В мысли у него изглаждается намерение воли его, искореняется основание к похвальному устройству жизни. 225. Не думай, человек, чтобы во всем иноческом житии было какое-либо дело не важнее ночного бдения. Через него, если у подвижника не будет развлечений делами телесными и попечением о приходящем, ум его в короткое время воспаряет горе, как бы на крыльях, и возвысится до услаждения Богом. Если монах с рассудительностью пребывает в обдении ума, то увидишь в нем как бы не плотоносца,
Невозможно, чтобы те, которые всю жизнь проводят в этом занятии, оставлены были Богом без всяких дарований за их трезвенность, бодрственность сердца и попечительные устремления к Нему помыслов их. Душа, трудящаяся над пребыванием в бдении, будет иметь херувимские очи, чтобы непрестанно возводить ей взор и созерцать небесное зрелище. Избравший сей божественный труд должен всячески охранять себя днем от мятежа сходбищ и от попечения о делах. Иначе труд воздержания от сна он понесет, а плода из того не получит, потому что уму в таком случае невозможно будет как следует участвовать в псалмопении и молитве. Но когда кто вместо забот днем упражняется в чтении божественных писаний, которые укрепляют ум, особенно же служат орошением молитве и помогают бдению, тесно соединенному с молитвой, тогда при этом чтение обретает вождя на стезю правую, обретает то, в чем семя всего питающего молитвенное созерцание, молитвенное, что удерживает помышление от парения, непрестанно посевает в душе памятование о Боге. Всегдашнее безмолвие вместе с чтением, умеренное вкушение пищи и бдение скоро возбуждает мысль к изумлению, если не будет какой причины, нарушающей безмолвие. Мысли, возбуждающиеся в безмолвствующих, сами собой, без преднамеренного усилия, делают, что оба ока, льющимися из них слезами, обилием своим омывающими ланиту, уподобляется купели крещения. Пока не возненавидит кто причины греха вправду от сердца, не освобождается он от того услаждения, производимого действенности греха. Это есть самое жестокое борение с услаждением греху, не уступающее человеку даже до крови. В нем искушается его свобода в единстве, в исключительной любви его к добродетели. В этом борении сила греха, которую враг обыкновенно приводит в смущение души целомудренных, принуждая их испытывать то, что никогда они и вовсе не принимали в себя. И это есть время незримого подвига, который крайне тяжел бывает, когда брань сия от снисканного навыка приобретает великую силу над теми, которые сами себя предавали на поражение соизволением на собственные свои помыслы. Остерегайтесь праздности, потому что в ней сокрыта верная смерть, и без нее невозможно впасть в руки домогающихся пленить нас. В день тот Бог будет судить нас не о псалмах, не за оставление нами молитвы, но за то, что опущением этого дается вход бесам. А когда нашедшие себе место они войдут и заключат двери очей наших, тогда мучительски исполняет на нас то, что подвергает Божьему осуждению и жесточайшему наказанию. Совершение этого чина псалмопения и молитвы внутри келии установлено мудрыми по духу откровения и для хранения нашей жизни. А у немудрых опущение этого признается маловажным. Поскольку сии последние не берут во внимание происходящего от того вреда, то и начало и середина пути их невежественная свобода, которая есть матерь страстей. 10.30. Мы не можем сделать, чтобы не было у нас причин к страстям, поэтому искушаемся и нехотя. Грехов себе не желаем, но бывает, что приводящие нас к ним причины принимаем с удовольствием. И тогда эти последние делаются виною действенности первых. Кто любит поводы к страстям, тот невольно порабощается страстям. Кто ненавидит свои грехи, тот перестанет грешить. И кто исповедует их, тот получит отпущение. Невозможно человеку оставить навык греховный, если не приобретет прежде вражды ко греху. И невозможно получить отпущение прежде исповедания прегрешений. Пока человек носит в себе яд упоения грехами своими, благоприличным кажется ему все, что и не делает он. И коль скоро природа выходит из своего чина, все равно, упоена ли она вином или похотями. Потому что то и другое выводит из настоящего состояния, и тем и другим одинаковое распаление производится в теле. Хотя способы различны, но растворение одно. Если пребываешь наедине в келье своей и не приобрел еще силы истинного созерцания, то занимай себя всегда чтением тропарей и кафизм, памятованием о смерти и надеждой будущего. Все это собирает ум воедино и не дает ему кружиться, пока не придет истинное созерцание, потому что сила духа могущественнее страстей.
в надежде же будущего занимай себя памятованием о Боге, старайся выразуметь хорошо смысл тропарей. И остерегайся всего внешнего, что побуждает тебя к вожделениям. А вместе с тем будь осторожен и в малом, что совершается тобой в келии твоей. Испытывай помыслы свои и молись, чтобы во всяком занятии своем иметь тебе очи. От этого начнет источаться тебе радость, и тогда найдешь такие скорби, которые сладостнее меда. Никто не может победить страсти, разве только видимыми и ощутительными добродетелями. И парение ума никто не может преодолеть, разве только изучением духовного ведения. Ум наш легок, если не связан каким-либо размышлением, не прекращает парение. А без усовершения в сказанных выше добродетелях невозможно приобрести этого хранения. Потому что если не победит кто врагов, не может быть в мире. Страсти служат преградой сокровенным добродетелям души, и если не будут они низложены прежде добродетелями явными, то за ними не видны добродетели внутренние. Любовь к Богу, естественно, горяча, и когда нападет на кого без меры, делает душу ту восторженную. В ощутившем любовь эту усматривается необычайное изменение. Лицо его делается огненным и радостным, и тело его согревается, страх и стыд отступают от него. Страшную смерть почитает радостью, созерцание ума его не допускает какого-либо пресечения в помышлении о небесном. Не ощущает он движения, возбуждаемого предметами, потому что хотя и делает что, но совершенно того не чувствует, так как ум его парит в созерцании, и мысли его всегда как бы беседуют с кем-то. Этим духовным упоением упоивались некогда апостолы и мученики. И одни мир обошли, трудясь и терпя поношения, а другие в ужасных страданиях немалодушествовали, но терпели их доблестно. Иные же скитались в пустынях, горах и вертепах, и в нестроениях были самые благоустроенные. Их почитали несмысленными, а они были из мудрых мудрыми. 235. Подвижничество есть Матерь Святыни. От него происходит первое изведение ощущения тайн Христовых, что называется первой степенью духовного познания. Душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых. Доброту целомудрия твоего угладь слезами, постами и уединенным безмолвием. Малая скорбь ради Бога лучше великого дела, совершаемого без скорби. Что без труда творится, то есть правда мирских людей, творящих милостыни от внешнего, сами же в себе ничего не приобретающих. Но ты подвязайся сам в себе и постражди Христу, чтобы сподобиться тебе вкусить и славы Христовой. Ум не спрославится с Иисусом, если тело не страждет за Христа. Два есть способа взойти на крест. Один распятие тела, а другой восхождение созерцания. Первый бывает следствием освобождения от страстей, а второй – следствием действенности дел Духа. Ум не покоряется, если не покорится ему тело. Царство ума есть распятие тела. И ум Богу не покоряется, если свобода не покорена разуму. Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, что упокорилось ему все. Основание всего доброго – возвращение души из вражьего плена, путь, ведущий к свету и жизни. Все это заключено в следующих двух способах. Собрать себя воедино и всегда поститься, то есть премудро и благоразумно поставить себе правилом воздержания чрева, неисходное пребывание на одном месте, непрестанное занятие богомыслием. Отсюда покорность чувств, трезвенность ума, укрощение свирепых страстей, возбуждающихся в теле, светлое движение мысли, старательность в делах добродетели, слезы и память смертная. Чистое целомудрие, далекое от всякого мечтания и искушающего мысль. Короче сказать, отсюда свобода истинного человека, духовная радость и воскресение со Христом в Царстве. Кто же вознеродит об этих двух способах, тот пусть ведает, что не только повредит он себе во всем, что пред этим сказано, но поколеблет и самое основание всех добродетелей. И придет к следующим двум противоположным тому порокам, разумея телесное скитание и бесчестное чревоугодие.
Это суть начала противного сказанному, и они дают место в душе всем страстям. Враг, зная времена наших естественных потребностей, побуждающих природу удовлетворять себя, зная, что от скитания очей и упокоения чрева ум приходит в кружение, старается в такие именно времена побуждать нас, чтобы увеличивали мы свои естественные потребности, и посевать в нас образы лукавых помыслов, чтобы страсти в усиленной борьбе взяли верх над природой, и человек погряз в грехопадениях. Потому как враг наблюдает такие времена, так и нам надлежит в эти же особенно времена умудряться и не дозволять себе опрометчиво исполнять волю навиваемых помыслов, не уступать над собою победу Алджбе, более же не двигаться с места своего безмолвия и не ходить туда, где удобно это случается с нами, чтобы не заготовить через 100 предлогов к тому, чтобы и совсем уйти из пустыни. Враг днем и ночью стоит у нас перед глазами, примечает, выжидает и высматривает, каким бы отверстым ходом наших чувств войти ему. И когда допущено нами нерадение в чем-либо одном, тогда этот хитрый и бесстыдный пес пускает в нас стрелы свои. Иногда природа сама собой начинает любить покой, вольность, смех, парение мыслей, леность и делается источником страстей, пучины и мятежа. А иногда противник внушает это душе. Блюдись поблажить себе в малом, чтобы не дойти до поблажек в большом и до великих падений. И малая небрежность, как сказал некто, нередко ведет к великим опасностям. И в малом и незначительном быть всегда трезвым. Вот мудрость. 240. Не унывай, когда дело о том, чтобы доставить себе жизнь, и не поленись за это умереть, потому что малодушие – признак уныния, а небрежение – матерь того и другого. Человек боязливый дает о себе знать, что страждет двумя недугами, то есть животолюбием и маловерием. Животолюбие – признак неверия, но кто пренебрегает этим, тот удостоверяет о себе, что всей душой верует Богу и ожидает будущего. Сердечная бодрость и пренебрежение опасности бывают по одной из следующих двух причин. Или по великой вере в Бога, или по жестокосердию. За жестокосердием следует гордость, а за верой смиренно-мудрее сердце. Человек не может приобрести надежды на Бога, если прежде по своей мере не исполнил воли его. Ибо надежда на Бога и мужество сердца рождается от свидетельства совести, и только при истинном свидетельстве ума нашего имеем мы упование на Бога. Свидетельство же ума состоит в том, что человек немало не осуждает совесть, будто бы вознеродел о чем-либо таком, к чему обязан он по мере сил своих. Если не осудит нас сердце наше, дерзновение имеем к Богу. Поэтому дерзновение бывает следствием преспияния в добродетелях и доброй совести. Всегдашнее молчание и хранение безмолвия бывает у человека по следующим трем причинам. Или ради славы человеческой, или по горячей ревности к добродетели, или потому, что человек внутри себя имеет некое божественное собеседование, и ум его влечется к тому. Добродетель есть не обнаружение многих различных дел, совершенных телесно, но самое мудрое в надежде сердца, потому что правильная цель привязывает его к Богу. Ум без дел телесных может совершать доброе, а тело без сердечной мудрости, если и делает что, не может извлечь из него пользы. Впрочем, человек Божий, когда находит удобство к совершению доброго дела, не утерпит, чтобы не доказать любви к Богу трудом делания своего. В борьбе с движениями похоти плотской почитает для себя крепким оружием удаление от лицезрения женщин, потому что противник не может произвести в нас того, что в состоянии сделать природа силой своей. Не думай, что природа забывает о нас, что естественно сеяно в нее Богом для чадородия или испытания пребывающих в этом подвиге. Но удаление от предметов вожделения умерщвляет в членах похоть, производит забвение о ней и истребляет ее. Предметы, когда их не видят, производят легкое и едва ощутительное движение. А предметы, когда их видят, возбуждают страсти близости, питают их, как елей питает горение светильника. И страсть, уже омертвевшая и угасшая, воспламеняют снова. Естественное движение без присовокупления чего-либо отвне не может возмутить чистоты произволения и потревожить целомудрие.
Потому что Бог не дал природе силы преодолевать доброе произволение, устремляться к нему. Если же произвольно увлекаемся иногда чувственным и предаемся или едению, питью в превосходящем меру количестве, или сближению с женщинами, смотрению на них и беседе о них, чем воспоминается и быстро распространяется в теле огонь похотения, то, естественно, кроткое движение в теле изменяем при этом в свирепое и неукротимое этими прибавлениями к естеству по побуждениям воли своей. Что ни сотворил Бог, все сотворил прекрасно и соразмерно. И пока правильно сохраняется в нас мера соответственности естеству, движения, естественно, не могут понудить нас уклониться с пути. Но в теле возбуждаются одни стройные движения, которые дают только знать, что есть в нас естественная страсть, не производя, однако, щекотания и смятения, сильных воспрепятствует целомудрию. Бывает иногда движение в членах и по Божию попущению за наше самомнение. Об этой брани знаем, что когда долгое время бываем внимательны к себе и порядком утрудимся, даже почитаем себя преуспевшими несколько, попускается нам терпеть ее, чтобы научиться смирению. Другие еще брани происходят от нашего разленения и излишнего упокоения плоти через доставление всего прискорбного и притрудного в порядках жизни нашей, наиболее же неисходного пребывания в теле и тяготы телесного труда. Прискорбность, притрудность и теснота жизни вяжут и умерщвляют сладострастие, а льгота, доволь и покой плоти развязывают, питают и возвращают его. Бог и ангелы его радуются, когда мы в нуждах, а дьявол и делатели его, когда мы в покое. Прискорбность и теснота расширяет и успособляет делание заповедей, а покой дает место страстям и через то стесняет и пресекает делание заповедей. В утесняемом теле помыслы не могут предавать себя опасным парениям. Тогда же, кто с радостью несет на себе труды и прискорбности, тогда легко может обуздывать помыслы, потому что трудами они приводятся в бездействие. Когда человек, памятуя прежние грехи свои, наказывает себя, тогда Бог благоволительно взирает на него. Бог радуется, что за уклонение от пути его сам он наложил на себя наказание, что служит знаком покаяния. И чем более делает принуждение душе своей, тем более приумножается Богом благоволение к нему. Всякая же радость, причина которой не в добродетели, в обретшем таковую возбуждает немедленные похотливые движения. Добродетели одна другой преемственны, чтобы путь добродетели не был трудным и тяжким, чтобы можно было преуспевать в них по порядку и находить в этом для себя облегчение, и чтобы таким образом самые трудности, переносимые ради добродетели, соделались любезными, как нечто доброе. Так никто не может приобрести нестяжательности действительно, если не уготовить себя к тому, чтобы с радостью переносить искушения. И никто не может переносить искушения, кроме уверившегося, что за скорби, к участию в которых уготовил он себя, можно приять нечто превосходящее телесный покой. Кто лишает себя вещественного, но не отнял у себя действительности чувств, разумея зрение и слух, тот уготовил себе сугубую скорбь. И будет сугубо бедствовать и скорбеть. Ибо если мысленные представления вещей без самых вещей производят в человеке болезненное чувство, что скажем, когда при нас и близко к нам самые вещи? В этом случае от ощущения, производимых этими вещами, человек терпит такое же самое, то же самое, что прежде терпел при совершении дела. Потому что памятование о привычке к ним не выходит у него из мысли. Как прекрасно в этом отношении отшельничество. В нем остаются искусителями только помыслами. Но и в укрощении помыслов оно много и сильно содействует. 246. Не домогайся заимствоваться советом у человека, который не ведет одинакового с тобой образа жизни. Хотя он и крайне мудр. Доверь помысл свой лучше человеку не ученому, но опытно изведавшему дело, нежели ученому-философу, который рассуждает по своим исследованиям, не испытав на деле. Приобрести опыт значит не подойти только человеку к каким-либо вещам и посмотреть на них, не прияв в
себя ведение о них, но по долгом обращении с ними ясно ощутить на опыте их пользу и вред. Нередко вещь наружно кажется вредной, но внутри ее все оказывается исполненным пользой, и наоборот. Нередко вещь кажется имеющей пользу, но внутренне исполнена вреда. Потому пользуйся таким советником, который, все испытав сам, умеет в терпении обсудить, что требует рассуждения в твоем деле, и верно может указать истинно тебе полезное. Когда на пути своем находишь неизменный мир, бойся, потому что далеко отстоишь от прямой стези, протоптанной утружденными стопами святых. Пока ты еще на пути к ограду Царствия, признаком приближения твоего к ограду Божией да будет для тебя следующее. Встретают тебя сильные искушения, и чем более приближаешься и преуспеваешь, тем более предстоящие тебе искушения умножаются. Потому, коль скоро на пути своем ощутишь в душе своей наибольшие и сильнейшие искушения, знай, что в это время душа твоя действительно втайне вступила на новую высшую степень, и что приумножена ей благодать в том состоянии, в каком она поставлена. Потому что, соответственно, величию благодати, в такой же именно в мере и скорбь искушений вводит Бог душу. Если душа немощна и нет у ней достаточных сил для великих искушений, а потому просит, чтобы не войти ей в таковые, и Бог послушает ее, то, наверное, знай, что в какой мере не имеет душа достаточных сил для великих искушений, в такой же она недостаточной для великих дарований. И как возбранен к ней доступ к великим искушениям, так возбраняется ей великие дарования. Потому что Бог не дает великого дарования без великого искушения, соразмерно искушениями определены Богом и дарования, по его премудрости, которые не постигают созданные им. Искушение преступления в доброе житие и при возрастании такового отличается от искушений, попущаемых для вразумления за гордыню сердца. Искушения, какие бывают в душе от духовного жезла к ее преспиянию и возрастанию, и которыми обучается, испытывается и вводится в подвиг, суть следующая – леность, тяжесть тела, расслабление членов, уныние, смущение мыслей, мнительность от изнеможения тела, временное пресечение надежды, омрачение помыслов, недостаток человеческой помощи, скудость в потребном для тела и тому подобное. От этих искушений в душе бывает чувство одиночества и беззащитности, омрачение сердца и смирения. Промыслитель, впрочем, соразмеряет искушения с силами и потребностями приемлющих таковые. В них сорастворяется и утешение, и поражение, свет и тьма, брань и помощь, короче сказать, теснота и пространство. И это служит знаком, что человек при помощи Божией преуспевает. Искушения, бывающие по попущению Божию на людей, превозносящихся перед благостью Божией и оскорбляющих своей гордостью Бога, суть следующая. Отъятие силы мудрости, какую имеют люди, в покое не дающие ощущения в себе блудные мысли, попускаемые на них для смирения и превозношения. Скорая раздражительность, желание поставить все по своей воле, припираться на словах, делать выговоры, пренебрегающие всеми сердца совершенное заблуждение ума, хулы на имя Божие, юродивые, достойные смеха мысли, будто бы пренебрегают ими люди. В ничто обращается их честь, и тайно и явно разными способами наносится им стыд и поругание от бесов. Наконец, желание быть в общении и обращении с миром, непрестанно говорить и безрассудно пустословить, всегда отыскивать себе новости и даже уже пророчества, обещать много сверх сил своих. И это суть искушения духовное. К числу искушений телесных принадлежит болезненное, многосложное, продолжительное, неудобоизлечимые припадки, всегдашние встречи с людьми худыми и безбожными, впадение в руки оскорбителей, нечаянные притыкания и опасные падения, разорительные случаи для них и их родных. Все это нами изложенное принадлежит к числу искушений гордости.
Начало таковых появляется в человеке, когда начинает он в собственных глазах своих казаться себе мудрым. И он проходит все эти бедствия по мере усвоения им себе таковых помыслов гордости. Сколько имеешь ты таковых, столько же проникает в тебя и гордыня. 250. Есть иной род искушения, малодушием по недостатку терпения. Всякое тесное обстоятельство и всякая скорбь, если нет при них терпения, служат к сугубому мучению. Потому что терпение в человеке отражает бедствие, а малодушие есть матерь мучения. Терпение есть матерь утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая широтой сердца. Человеку трудно найти такую силу в скорбях своих, без божественного дарования, обретаемого неотступной молитвой и излиянием слез. Когда угодно Богу подвергнуть человека большим скорбениям, то он попускает впасть ему в руки малодушия. И оно порождает одолевающие его силу уныния, в котором ощущает он подавление души. И это есть искушение гиенны, потому что отсюда источается тысячи искушений, смущение, раздражение, хула, жалоба на судьбу, превратные помыслы, переселение из одной страны в другую и тому подобное. Причиной всего этого твое нерадение. Сам ты не позаботился взыскать прощества от этого. Вращество же от всего этого одно, смиренно мудрее сердца. Без него никто не может разорить преграду этих зол. По мере смиренно мудрее дается терпение в бедствиях, по мере терпения облегчается тяжесть скорбей и приемлется утешение. По мере утешения увеличивается любовь к Богу, а по мере любви увеличивается радость в Духе Святом.